one of the reasons why we wanted to do this program was to kind of move away from the lecture type of environment. It is a learning environment, but we wanted it to be more experiential, as well as managing, balancing risk and innovation. Цель организации – это знакомить ближе регулятора с теми меняющимися в мире технологиями по платежам, и чтобы выработать какое-то общее понимание у регулятора и игроков на рынке по развитию системы платежей в мире. We would never have been able to do this program without the partnership of Duke Corporate Education, as well as Nazarbayev University Graduate School of Business. Представители Сингапура и, конечно, представители Казахстана. То есть здесь собраны, я могу сказать, что, например, когда мы варимся вот в какой-то одной своей песочнице, я имею в виду одной стране, нам нужно понимать, движемся ли мы в одном тренде с остальным миром, с теми странами, которые находятся с нами по соседству, и просто для понимания того, вот, тенденции на нашем рынке, они сохраняются для этого региона, они такие же, они другие, в чем они отличаются конкретно. And this is where we expose the participants to a particular issue. Впечатления только положительные, если не... Если по классификации впечатлений, там, ну, высшие баллы, так скажем. Учитывая то, что, во-первых, это впервые такой формат.